решил пройтись тут по магистральной. Ну как, вот там магистральная оригинальная, а это, скажем так, версия 2.0. Эти плоски. Домик старый, кстати. Вот это кирпич. А эта часть была, походу, то ли мазанка, то ли что-то. Вот эта часть кирпичная. Прикольно. Он, видите, он такой... Это вот, судя по всему, это окна были. То есть он очень старенький. Этот надо так под землю ушел. Ну, грубо говоря, под землю ушел. Вот тут сейчас все расчистили, дать. Кто-то купил. Вот такой вот, кстати, домик. Он, то есть, был вот этот уровень земли на нем был. Вот так вот ниже еще, потому что тут вот. Судя по всему, еще какие-то сени были или что-то такое. Там еще вдоль ЖД я не заснял. Еще один там заброшенный дом есть. Это вот такой классический. То есть он три окошки. Вход. То есть, судя по всему, здесь сени вот они были. А вот это то, что там вот, вот это вот, как видите, как отдельная часть, как пристройка. Я просто его заметил уже и... Заходить тут, конечно, не буду. Че, я дурак, что ли? Ну, по крайней мере, один. Вот это, кстати, я не помню, как улица называется. Как улица называется. А, хрен там. Улица хрен пойми какая. Давай-ка перейдем. О, один гараж разбомбили. Вот так вот. Выглядит он, конечно, печально. Вот ветер страшный. Судя по всему, плита провалилась или что-то. Так что так смотришь на него, он нормально стоит. Более-менее. А так вот, ну, порушили, конечно, знатно. Да. Проводка, блин, осталась на это. Сейчас. Ха, банка на светильнике так тоже делали. Вон там подкрылки, охренеть. То есть вот это все оно осталось. Ворота стянули. И плита упала. Я пошел дальше, чтобы ко мне не прикапывались. О! Это вот была плита. Так, подвал. Ну вот, да, вот плита. Судя по всему, вот так. Здесь вообще гаражи были, то есть вот это было соединено. О! Здесь все знатно съехало. Поэтому я отойду лучше. Да, это просто кусок съехал. Это все тоже были гаражи, видите, это вот пристрельная это. Была крыша. Но сейчас, конечно, ничего не осталось. Здесь, конечно, грязюка страшная, здесь так не сделали этот, как его, тротуар, ну, как вот он сделан, то есть здесь какой-то даже асфальт лежит, но это скорее просто заезд, это обочину асфальтировали. Опасно здесь, опасно, ничего не скажешь. Вот там, кстати, еще какой-то гаражик, открытый. Так. Я по грязи идти не буду, я буду идти здесь. Какой-то гаражик. Вот так, конечно, здесь очень, блин, прикольно идти. Потому что буквально вот машины едут. И специально какое-то говно летит оттуда. Камни, прочее говно. Ну, кстати, сегодня не заснял, блин, пропустил. Ну, ладно. Сейчас пройдем к Мичуринской. И там еще поснимаю, как там. Еще. Давно в город не выходил, на самом деле, погулять. Все как-то по делам, да по делам. Кстати, вот здесь прикольненько то, что здесь вроде асфальт, но поверх него грязь, просто песочек. Это, видать, ну вот опять же, все навозится с дороги, смывается, и вот оно на тротуаре, гениально. Поэтому тротуар надо делать выше, чем остальную проезжую часть.
То есть тротуар должен быть немножко над. Ну, видать, кто строил, тому пофиг был. Вот этот студенец, как бы, должен был быть. Ну, почему он был, точнее? Ну, был студенец, теперь какой-то капец. Ну, там даже отсюда видно, что там, как все. О, поминальный обед, здрасте, это реклама, походу, ехали бабой. Вот такой вот путь, и он вон вот оттуда шли, видите, вот там вот мост, и вот так вот сюда вот идешь, пешкмя. Решил просто посмотреть, что тут как, посмотрел. Ну теперь, о, что? Шкаф выбросили, нормально, или привезли, так под дождь подставили. Вагончики, ну, классика жанра. Вот здесь вот это тоже были вот гаражи, вот. Видите, где этот большой ангар, я не буду как бы снимать тут. Это будет уже как реклама. А, ну он там остался, гараж заброшенный. Вон. О, кстати. Вот тут, кстати, чтобы пройти туда, ну вот вы видите, да, здесь... Это все, оно вот видите, здесь ложбинка, это все течет с дороги вот так вот. Ну, одним словом, капец. Ой, дует. Так, ну, кстати, на улице сегодня не холодно, нормально. Так. Надо вот как-то... А, ну, нормально. Я думаю, просто поддон сгнил и все. Так что он так в воде долго не протянет. Это песочек здесь... Если же часто машины буксуют. Ну вот тут тоже. Просто парковаться негде. И вот, вот такая парковка в 2021 году. В 2021 году. О! Как скажет более молодое поколение, чем я, кринж. Да. О! Это вот цемент раствор люк был. Его заменили, но он сейчас тоже рассыпется, потому что они опять это, как асфальт, но снег обычно любят класть. Это, скажем так, традиции. Вот этот асфальт, кстати, вообще, да, я не знаю, каких он времен еще. Так. Ну, здесь, конечно, все засрано, засрано. Такая вот аллея, кстати, она, в общем-то, неплохая была бы аллея. Но ну вот что-то вот все вот подзасрали чуть-чуть. Асфальт, кстати, свежий, трещины. Это, видать, от заморозков. Хотя сегодня, не сегодня, в этом году, вот октябрь, там один заморозок был. Ночью один минус. И все, довольно-таки теплый октябрь. Вот кустики. Болтающаяся камера, ё-моё. Что-то я... Ну... А, кстати, раз уж пришел, давайте посмотрим рефилек от троллейбуса. Так, скажем так, чтобы вернуться на память. Ну как на память? Это хрен забуду. Так, ну-ка. Я вижу, тут тормозят примерно. Что-то нету. Это все подчистили. Ну вот. Вот есть кусочек грифеля, но он меня не устраивает. Я стал очень взрывается опять. Стабильно все взрывается. Ну вот тут грифель. Надеюсь, я из диспетчерского пункта, там никто сейчас не выбежит на меня. О! О! Грифелек троллейбусный. Вот такой он. Прикольный. На память возьму. Опять же. Сейчас оботру какие-нибудь кустики. И будет чистый. А так вот. Печально, грустно все. Кстати, пока вспомнил про троллейбус.
ездили, короче, на МЖК. На МЖК там, короче, линия не есть, но вообще ничего не ходит. Там, ну, в общем, там все нормально, но... А вот забор выломали. Какие-то люди, которые захотели выломать забор, его почему-то выломали. Или, подожди, или, по-моему, это сюда в прошлом году влетала машина, я не помню. По-моему, сюда вот, да, машина влетала. Спасибо за ветер. У нас погода питерская там была. Он столб треснул. Поэтому... Ну так город выглядит, в общем, очень ветрено, как всегда, у нас там будет всегда очень ветрено, просто капец. Давайте потру, о! О. Такой веселёк. Он может не целиком, нет, целиком. Он примерно по 5 сантиметров, 4-5 сантиметров. То есть остановка запрещена 30 метров туда. А вот здесь вот тормозят. Ну, посмотрите, здесь вот для пилот пометили, что это для автобуса. То есть, а, выйду, вот эта вот полоса должна быть занята вообще никак. Это полоса. Ну, тут, вообще здесь видите, то есть раздвоение троллейбусной линии. То есть одна вот дальняя идет к маршруту, а эта вот эта линия, она заезжает как бы на диспетчерскую. Здесь это был отстойник всегда троллейбуса. Ну вот тут, значит, становится фура, обычно стоят еще что-то. Вот. Вот это вот одна полоса должна быть свободна. Так, если по правилам. Чтобы у нас когда-то что-то было по правилам, это удивительно. И заметьте, все автобусы не едут по автобусной, все едут просто по обычной. Это даже, знаете, это так, как анекдоте, если там про лужу и грязь, которую там постелили дощечку. Кто слышал, тот слышал. Так. Пожалуй, здесь я сейчас закончу. Что, блин, как-то уже снимать тут нечего, пойду дальше, потом начну продолжить снимать. Прикольное получится видео, конечно, проходочек по городу. Я много чего не заснял, я сейчас очень много куда ходил с одним замечательным человеком, но в следующий раз сниму как-нибудь, как с ним буду.